Всем привет, друзья! Сегодня мы с вами выживаем в Last Day, то есть продолжаем выживать в Last Day. Да, неправильно начал, но ничего, бывает. А, друзья, сегодня у меня шикарный рейд базы, плеер какой-то там, забыл уже название. Вот, то есть сегодня у нас пригодятся только одни топорики. Топорики. Я, наверное, штук 8 давайте возьмем. Надеюсь, хватит. Если что, потом прибежим домой обратно и возьмем еще в довесок. Эту базу, друзья, я искал уже давным-давно, если честно. Я хочу угрозу нападения вернуть обратно. Помните, у нас максималка была 16 дней. Сейчас я только одними рейдами занимаюсь, то есть выполняю задание и иду сразу на рейд. Это вторая база подряд попадается, но С4, конечно, здесь не пригодится, я не буду С4 тратить. Видите, да, я уже на карту их отправил сразу же, вот, так что... Но сама база, она, блин, ну она правда стоит того. Ладно, я подготовился, я взял 8 топоров, надеюсь, нам хватит. Поехали тогда на глобальную карту. Сейчас я вас познакомлю с этой базой. База называется 5989. То есть, ну, у нас такой, по крайней мере, по-моему, не было базы. Это что-то из новеньких. Давайте залетаем. База, здравствуй, ты моя волосатая была. В пикапчике у нас здесь пусто, и база состоит вот из дерева, друзья. Вот что я вам хотел сказать. О, генератор. На разборочку, друзья, генератор я заберу. Давайте я лучше сюда чоппер привезу. Нафиг. Я буду волындочиться очень долго до этого своего чоппера. Мы лучше поставим чоппер поближе, чем будем таскаться с этим генератором. Во, вот так вот. Опа, Степа, вы посмотрите, как шикарно мы здесь припарковались. Генератор сразу кидаем на чоппер. Вот так вот, во. Да, у меня все здесь пусто. Поехали. Вот такая база, друзья. Видите, она вся полностью деревянная. То есть здесь можно войти с разных сторон. Без разницы, куда бы вы входили, все равно здесь ресурс есть. Здесь, если честно, есть колеса. Вот здесь полный ящик колес. Но я не хочу их брать. Кстати, есть комментарий один, друзья. Если я его найду, я выведу его сюда с правой стороны. То есть там было написано... можно колеса разбирать. Они 20% дают шанса, что выпадет стальной слиток. Дружище, ты немножко не прав, так как там не 20%, а 15%. У меня на максималку механика, по-моему, там, да, разборка колес у нас и пил. Это механика, надеюсь, идет. Не помню, правда. Вот. Там идет максималка не 20%, а 15%. То есть 15% шанс выпадения стали. Очень маленький. Ну, да, можно поразбирать, ничего не говорю. Колеса совсем никому не нужны. Но все-таки не 20, дружище. Немножко ты ошибся. Совсем чутка. Друзья, вламываемся вот в эту стенку. Здесь у нас печка встретится. Печку мы ломаем. То есть с громилой мы с вами побегать сможем. Громилка, если к нам придет, то мы с громилкой будем бегать. Вы представляете? Смотрите, какой прикол. Когда у нас... идут каменные стены, я всегда забываю съесть котлетки. А сегодня не забыл. Хотя у нас, блин, стены все деревянные. Я не знаю, как это работает. Я правда, блин, не понимаю, как эта вещь у меня работает. Но я все время делаю наоборот. То есть... А, мы туда не попадем все равно. Нам нужно ломать эти два сундука. Мы их ломаем и получаем... О, тири-тири-трали-вали, друзья. 4 топора уже ушло. Вы посмотрите, блин, я нашел то, что искал. Вы посмотрите, 3 сотни угля. Ну где вы такое еще найдете? Да нигде. Меня немножко подлагивает, так как у нас пришли вот такие, да, блин, да ладно. Ой, не-не-не-не, их тут много будет.
Их тут, друзья, много будет. Я сейчас немножко побыстрее вот так вот их расстреляю. Я на этот раз взял УЗИшечку, чтобы побыстрее разбираться со всеми. Можно, да, у меня есть мачете на всякий пожарный, да. Если что, я еще и мачеткой помахаю. Все, идите остатки сюда. Дорубаем остатки до конца и можно полностью забить свой чоппер. Друзья, вообще офигенский, вы посмотрите. У меня еще пол чоппера, ну, начало чоппера, да, есть. Хотя, какое начало? Как раз чоппер и будет. Давайте пойдем умрем. Здесь на базе присутствуют два шипа. Мы уже с вами их видели. То есть они с другой стороны базы. Но база бомбезная. То, что она мне дала, блин, столько угля. Я уже рад, представляете? Потому что уголь, вы помните, да? Я много раз говорил, что уголь у меня на первом месте идет. Где наш тут турупецкий валяется? Забираем всю форму полностью. Так вот, оружие в руки. И пошлите скидывать то, что у нас еще осталось. Так, мачете, это сюда. У нас получается еще один чоппер готов. Представляете? Один сундук решает все. Хороший, блин, лутецкий. Мне нравится такая вещь. Я, кстати, дома забрал еще 4 топора. Так как у нас было 8. 4 мы профикали. Просекали, просрали, короче. Одним словом, да. И теперь у меня осталось 4. В итоге мне надо было еще взять. А вот мне интересно, знаете что? А навыки вот эти временные работают еще? Так, сом. Ну, блин, это да. 4 минуты еще будут работать. Сомик, да, дружище, спасибо тебе за подсказку, как можно получить верного друга. Ё-моё, дробовик. Калаш офигенский. То есть у нас еще получается сет небольшой, да? Хотя у меня целый сет. Так, я бы взял колесо и взял бы, наверное, датчик движения. Здесь, друзья, ломаем вот эту основную стенку. Вот эту стеночку мы с вами разрушаем. Давай разрушаем вот эту стеночку. Потом разрушаем вот эту стенку и придет еще одна волна. Давай, разноси маленький. Молодец. Вот здесь, друзья, ломаем еще одну стенку. Да, я знаю, что это очень замысловатая такая база, но здесь можно будет побегать от громилы. Вот мне интересно, а громила здесь попадет, если мы это разнесем? Можно ведь будет, наверное, побегать с ним здесь. То есть у нас сейчас находится толпа. Давайте эту толпу я сейчас быстро разгоню. Все. То есть здесь куча трупов одних. Ха, красиво, друзья. Давайте сливаем эту бутылку одну и закинем калаш. Пускай калаш у нас там валяется. Как раз у нас второй чоппер, друзья, готов. Офигенская база, не то слово. Это мы скидываем, и остается совсем немного топоров. Вы представляете, сколько топоров мы с вами оставили на этой базе. Что мы с вами получаем? То есть мы здесь будем стоять, громила будет бомбить нас, а мы будем лупить эти. Давайте дальние сундуки тогда забираем с вами, так как у нас остается совсем немного времени. А ёпти-марапти, есть глоки ломаные. Ну ладно, пускай. Эмочка небольшая, да? Ну как небольшая, не в том смысле большая. Что-то я несу, не понимаю немножко сам. Есть сеты, но сеты военные. Военные сеты, конечно, по идее мы можем дома скрафтить. Давайте возьмем. Если что, повторюсь, да, мы их выкинем. Есть еще один сет. Но нету тапок. Не знаю, стоит ли брать это или не стоит. Наверное, скорее всего, мы не будем брать это. Зачем нам лишнее барахло? Вот так вот. Если что, УЗИшку мы выкинем. Давайте сломаем вот эту стенку и сломаем вот эту стенку. То есть на всякий пожарный, если что, мы сможем с вами бегать. А, стойте, подождите. Постой, паровоз. У нас один сундук здесь. Блин. Что я натворил? Мне далеко бегать надо будет так. Мне очень далеко надо будет бегать. Давайте тогда я, знаете, что сделаю? Сетик я здесь скину. Вот так вот. Здесь мы с вами просто надобьем. Пускай по 2 удара. Тоже хорошая вещь. Здесь мы сможем встать. Здесь громила встанет, если что. И сломаем самый дальний сундук тогда. Блин, конечно, кривоватенько у меня все это выходит. Если честно, я не понял вообще ничего. Иди, громила, сюда. Иди, маленький, вот сюда. Опа, Степа, молодец. Удар сделай. Покукуй там. Что у нас здесь есть-то?
Если честно, да, я успеваю добежать до туда. Ну-ка, вот сюда встанешь. Встань здесь, и сейчас я посмотрю. Подождите. Есть краска. Так, немножко страшновато, так как я стою очень далеко. Если он телепортируется, я буду в ловушке. Представляете, в какой я ловушке буду? Я буду вот там вот, только в ловушечке огромной. Я не понимаю, просто у меня глаза сейчас разбегаются, что мне взять? Ну, как бы там ничего нету интересного больше, если честно. Я вообще больше ничего интересного там не увидел. Ну что, ломаем тогда близость, поблизости вот этот сундук. Чекаем, что у нас в этом сундуке есть. Забудь. Как хорошо. Надо было раньше в этот сундук тогда зайти. Ну, краску я заберу. Пускай. Красочка хорошая. Тут практически по стаку есть. Немного, конечно, но есть. Давайте сейчас посмотрим еще разочек. То есть, железные пластинки, железо. Вот так вот. Надо побыстрее, чтобы он ко мне не пришел. Гвоздей возьмем. Гвозди тоже шикарно. И есть пару топоров, да? Отлично. Есть лопата, но лопату я, наверное, скорее всего, брать не буду. Я не вижу в этой лопате точно толку никакого. Так, у нас получается, что мы можем встать уже с этой стороны. Громила. Да вы посмотрите, какой он. Алло. Дядя, ты чё? Ты чё, дядя? Алло. Ну-ка, иди сюда. Быстро к ноге бегом. Чаполина недоделанная. Вы посмотрите, он там как вкопанный стоял. Вы видели ведь, да? Вы видели? Честно врете, что вы видели. Так, а мы что скидываем? Давайте пока что мы скинем с вами вот это. Колесико мы скинем. И железные пластины мы пока скинем. Хотя можно еще заранее скинуть, наверное, и датчик. Но это пока что, друзья, не переживайте. Я это все заберу. Хотя что вам переживать, да? Что я несу? Иногда я сам не понимаю, что я несу. Ладно, хорошо. Смотрим здесь. О, титири-тири, трали-вали. Там полная какашка попалась. Есть немножко дуба, который я хотел бы забрать. И давайте сломаем вот эту стенку. То есть в эту сторону сейчас пойдем. Я постараюсь, конечно, пройти. Минус один топор. Можно и в другую сторону пройти. Не беда. Но мы пока что попробуем в эту сторону. Сейчас посмотрим. Если сундуков нету, то пойдем в другую сторону тогда лупить. У меня там как раз топориков осталось немножко. Есть сундук. Друзья, есть сундук, и можно его сюда. Нет, нельзя, он как вкопанный стоит. Что за беда с этим громилой? Почему он как вкопанный стоит? Во! Шевелиться начал, неужели? Да ладно! Сломали. Что у нас здесь? У-у-у, титири-тири, трали-вали, вообще ничего нету. Ничего, друзья, наверное, скорее всего, больше здесь и не будет. Ладно, пофиг, я ломаю еще один топор, влазим сюда, там уже видно, да, через окно видно, что там стенка будет, то есть здесь будет еще один, блин, квадрат, то есть тут уже больше нифига нету. Ну-ка, ломаем вот эту тогда стенку. Мне просто все-таки интересно, что в этой базе еще интересного есть. Может быть что-то и... О, я сундук нашел. Я сундук, друзья, нашел. Я, знаете, что предлагаю? Я предлагаю достать ресурсов немножко, это... А, где у нас доски и камни? Доски и камни. Где доски и камни? Вот, камень есть. И доски давайте достанем. Я знаю, что там был где-то стак. Не буду я из этого стака там плавать. И простые топорики мы сделаем просто-напросто. Что-то я тут с деревом перебор сделал. О, и ломаем простыми топорами вот этот сундук. Это будет намного проще. Там, кстати, простая стеночка, видите, есть. Первого уровня. Опа, и... О, хорошо, хорошо. Стак железа мы еще надыбали с вами. Шикарно, еще стак железа есть. Отлично. Мне эта вещь нравится. Кстати, камушек есть. Давайте возьмем. Можно будет сделать топорик. А, тут еще есть камушек. Бомбезно. Я сейчас тут наподготавливаюсь. Мы надолго здесь тогда сейчас будем. Давайте ломаем вот эту стеночку тогда. Я надеюсь, что там будет хоть что-то. Еще. Ну, самый бомбезный лут, я так понял, что мы уже... О-о-о, вынесли. Вынесли, друзья, уже бомбезный лут. То есть, с той стороны есть у нас место, где мы можем встать. Давайте вот этот сундук тогда разбиваем, да, мы с вами. Ну, остатки будем бомбить уже с другой стороны. Я так понял. А вот мне интересно, смотрите, вот с той стороны вот эта каменная... Вот эта каменная избушка с той стороны ломалась. А с этой стороны она ломается, интересно или нет?
Ух ты, ё-моё. Еще и глок нашел. Вы видели, там глок лежит? Офигенно. Етишкин, матрюшкин. Хороший лутецкий. Вот это хороший. То есть мы продолжаем дальше, друзья, рейдить эту базу. Тогда пока что не будем останавливаться. Будем рейдить. Если честно, синюю я выкину. Красную и черную я оставлю. Синяя у меня в довесок пока. Не буду я тогда синюю брать. Нам просто нужно, чтобы место было для топориков и для ресурсов. То есть сейчас я возьму вот так вот, немножко похаваю. Там еще есть эти рагу. Что ты делаешь, дядя? Ты что делаешь-то? Ты мне топор последний зачем истратил? Немножко похаваем. И получается, у нас там еще есть, да? Два сундука есть. Ну далеко до них бегать-то, как бы вот так. Очень далеко. Давайте тогда вот сюда. Иди сюда, громила. Шевельни попой. Давайте тогда вот это место сломаем. Просто-напросто, да? Вот так вот. Опа. Тихо. Тихо, это было очень страшно. Потому что там окно. Это было очень, очень жестко. Подожди, стой, 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 стой. Я топор ломаю. Я свой топор ломаю, друзья. Вы видели, да? Я свой топорик ломаю. Давайте. Бах. Бах. Поехали. Ой, как шикарно. А тут что, земля? А тут земля, друзья. Нифига себе. Ну, вот так вот мы сейчас сломаем и попадем как раз туда. То есть у меня нету железного топора. А нет, есть железный топор в довеску. Ведь есть у нас еще один. То есть у нас там три сундука, и мы сейчас их всех заберем. Офигенно. Нифига себе. Я не ожидал такой базы. Нифига. Я думал, просто зайдем, пару сундуков сломаем, и все, и уйдем. Нет, друзья, мы будем доламывать ее до конца. У меня еще простых два топорика есть. Ломаем сундук и получаем пустоту. Вот это, блин, рейд. Да. Он того стоит, блин. Пустые сундуки идут. Да вы чё? Мне нужен ресурс. Ну, опа, Степа, пивка для рывка не желаете? Вы не желаете пивка для рывка? Это что-то с чем-то. Да, начало есть. Ладно, продолжение тоже будет, надеюсь. Так, что у нас получается? Господи, я все ресурсы уже перекладываю полностью. Со спиртом у меня нет проблем дома. Так, нет, не в этом сундуке. Вот в этом сундуке у нас еда. 100 грибов. Хотя, зачем мне эти грибы, да? По идее, грибы мы можем найти на локации. Я просто сейчас... мне один друг помогает. Ну как друг, да? Подписчик Макарди, он мне помогает с получением щенка. Дружище, спасибо большое тебе за помощь. Вот. Как локация появится, так я на нее направлюсь. У меня просто не появляется эта локация. У меня нету ее зимней. Вот. То есть пока надо ждать. Здесь вообще нифига толкового нету. Есть ресурс, конечно. Ну, я бы так не говорил, что это ресурс. Это какое-то барахло. Ну что, можно возвращаться тогда сейчас на место. Обратно туда, откуда мы с вами пришли. Что у нас? Вот я не вижу с той стороны, есть у нас каменная дверь или нету. Или там простая дверь. Давай вот сюда сразу перебежим, потому что там окно страшноватенько немножко. Сюда двинься чутка, вот так вот. Во, капелюшку еще. Можешь? Нет? Не можешь, наверное. Да, вот сюда я хотел бы сбегать. Мне требуется С4, значит там каменная стенка. И тут, ну да. То есть с этой стороны мы сходили, сломали все сундуки. Есть, конечно, ничёшные эти ресурсы, но не нашел больше ничего. Оружие. Мне нужен топорик. Давайте достанем, наверное, сразу два топорика. Железные топоры, дай бог, у нас есть на нашей бездонной почте. И сейчас громилу мы на эту сторону перетягиваем. Вот на эту. Поближе сюда. Во. Давайте ломаем тогда эту дверцу. А ты что, не достаешь до меня, что ли? Ты давай, не, я без этого никак. Стой, подожди. Хотя правильно. Мне показалось, что я не тот топор ломаю. Здесь есть у нас еще сундук, только он очень далеко, то есть мы будем его ломать. Очень далеко, друзья. Ой-ой-ой, как-то страшноватенько немножко. Давайте я вот эту стенку сломаю тогда. Вот так вот. Опа, минус топор. Сейчас следом второй минус будет. Опа. О, тири-тири, есть сундуки. Вот это мне нравится вообще. Вот это хорошо. Сундуки это бомба, блин. Подожди, я каким топором луплю-то? Железом. Ну, круто.
Вообще круто. Вообще, молодец. Блин. Как так-то? По идее, вот на таких рейд-базах, да, можно железный сундук, если честно... Ой, железный сундук. Железный топор можно скрафтить просто-напросто. Если уже громила вызван, то если ресурсов у вас хватает, вы можете просто-напросто скрафтить железный топор. И все. И не надо просто-напросто доставать ее или его с бездонной вашей почты. Надеюсь, что у вас такие же бездонные почты, как и у меня. Почты. А что я сказал? Почта. Нет, подождите. Почта. Да, почта. Вот, когда вот попробуйте просто взять слово, даже любое вообще слово, и раз, ну, пускай 100-200 повторить, ваш мозг будет отключаться, и вы будете не понимать, что это за слово вы повторяете. Вот и сейчас у меня такая же методика получилась, что я говорю слово, но не понимаю его вообще, блин. Вот так вот. Ну что? Если честно, мы навыбирали много чего. У нас есть еще довесок, много топоров. Давайте вот этот тогда я... Да, ломаю. У нас получается, да, вот так вот. Этот я доламываю. Стенку, если честно, вот эту надо ломать и туда громилу вызывать. Так будет намного легче. Я хочу дальше туда пробиться. Я просто хочу дальше туда пробиться и посмотреть, что у нас еще там ожидает. В этом сундуке что? Доски есть, дуб есть, да? Двадцатник дуба есть. Хорошо, дуб я заберу. Стак, блин, ну стак это хорошо. А что у нас здесь еще есть? Щенки, я так понял, что у меня с голоду не сдохнут. Ничего страшного. Перебьются без этих 6 куриц. Эти 6 куриц мы еще найдем. Не беда. И нам понадобится еще один железный топор. А подождите, а я не могу скрафтить железный топор? Мне досок не хватает. Стой, паровоз, не крутите колеса, кондуктор, нажми на тормоза. Блин, вообще круто. Так, места нет. Так, подожди, стой. Давай вот так вот, я тогда скину вот этот камушек. Камушек, если что, мы достанем. Железные топоры, друзья. Мы можем с вами крафтить, и все. Это же имбово, я только что говорил вам про крафт, и сам же забыл. Блин, это шикарно. Это шикарно. Ты что ты делаешь-то? Я дверь ломаю, представляете? Я не ту дверь разношу. Вай, а я как туда попаду-то? А я как, друзья, туда попаду? Там кровать стоит. Ой, а кровать-то разносится, это хорошо. Давай-ка громила вот сюда. Надо громилу шевельнуть. Вот так вот. И беги на эту сторону. Да, он шевелит попой-то. Хорошо, здесь у нас, ну, плотная ткань, есть кожа, да. Тут, короче, тряпьё. Я так понял. Поехали, друзья, дальше. Ломаем простую стеночку. Ну, это не стеночка, а дверь. А там у нас вездеход. А дальше вездехода, друзья, мы с вами не пройдем никак вообще. То есть вездеход нам не даст. Он такой вот, видите. Просто-напросто никак там не пройти. Это огромный минус, конечно, то, что мы не можем пройти никуда дальше. Ну что, давайте возвращаться тогда обратно как-то. А что я поделаю? Ничего не поделаешь. Надо тогда идти туда дальше. Я хочу, конечно, разнести эту базу, и мы все равно ее разнесем с вами. Это не беда. Это, ё-моё, мы рискованные с вами. Опа. Опа. Давай, шевелись сюда. За мной, за мной, за мной, за мной, за мной. А, ёпти-марапти, здрасте, мордасти. Там у нас чоппер, нам все равно туда не попасть. Хотя мы, знаете, как можем сделать? Вот так вот мы можем сделать, просто-напросто кремила. Опа. И вот сюда. Он не идет. Он не идет. А почему он не идет? Потому что там у нас стоят шипы, да, я так понял. Да, у нас здесь. Так а подождите, почему не уйдет? Все, он идет. Я думал, сундук будет мешать. Не, нормально, все нормально. То есть нам нужно. Блин, так мне надо сейчас обходить эту всю стенку. Раз. Ой, нет, все нормально. Хорошо. Через угол он бьет и нормально. То есть мы ломаем. Нормально, друзья, я нашел еще один сундук в довесок. Надеюсь, что-то там будет бомбезное. Я просто разрываю базу всю. Ну, здесь, конечно, ничего вообще интересного нету. Транзисторов, друзья, у меня в довесок хватает.
Колесико, конечно, я бы прихватил. Мне бы пригодилось это колесико. Крафтим еще топориков. Доски у нас, если что, здесь оно находится. Если честно, по-моему, так, да? Здесь есть доски? Да, нет, вот там дальше, в дальнем, не в этом, в дальнем сундуке там доски находятся. Если что, за досками мы сходим и просто домой уйдем. Просто уйдем домой. Но сейчас мы ломаем... не зря я тут ломаю, друзья. Просто не зря. То есть здесь вся база в сундуках. Есть сундуки, но они разбросаны. Там у нас станок стоит. Стоит, не стоит. Ну ладно. А, топориков нету. Ну не беда. Давайте тогда крафтим железный топор. Пускай будет, ничего страшного. Хватит, надеюсь, нам еще на два сундука этих двух, одного топора. И здесь мы получаем с вами... Ну что мы получаем? Есть пилы, как мне говорили. 15% только на разборку, да? Вот. И последний сундук. Давай маленький топорик. Надеюсь, тебя мне хватит. Опа, все. Топор можно выкинуть, он нам больше не пригодится. То есть вот такой ресурс мы с вами получили. Чё, плохо? Нет, конечно, неплохо. Это вообще бы... Ёпти-марапти, друзья, там на разборку. А здесь на разборку идут батареечки. Хорошо. Здесь на разборку идут телефончики. Сейчас просто очень страшно. Если он телепортнется, все, это край. Я сразу лягу. Я уже не смогу стоять. Он уже такой, ну знаете, как говорится, да, набил кулак на стенке. Если он ко мне телепортется, то я тут же и лягу сразу же. Я взял все, что можно было взять. Все по стаку, кроме ключиков. Ну, ключики я не могу выкинуть, так как ключики нам пригодятся в дальнейшем. А хорошие нам дают вещи. Это батарейки, друзья. Это дается у нас медь. Лампочки у меня не так много, если честно, дома. Спирту в довесок хватает. Возьмем телефоны на разборку. Ну и вот такой вот ресурс у меня получается. У нас немножко глоков, немножко огнестрела вообще в основном, да. То есть вот такой рейд, точнее вот такая рейд база, друзья. Нормально, правда. Ну что, мы с вами возвращаемся домой, да. Там как раз и встретимся. А мне придется, как всегда, делать логаут, потому что мне просто-напросто не добежать будет. Он, если даст тычку, то я сразу сдохну. Не в каждый раз, друзья, нам приносить домой топовые вещи. Можно и немножко для разборки, чтобы станки просто-напросто не простаивали то время, которое можно просто поставить для разборки. Вот это я занес, блин. Неплохо я тут наговорил. Ну что, мы получили с вами немного огнестрела, дробовик, калаш. Что интересно, одно огнестрельное оружие целое, все остальное немножко поломано. Ну, не беда. Все равно все это у меня уйдет. А, мы получили эмочку, три глока, немножко дуба. Доски все-таки пригодятся. Ну, так себе, немножко, конечно, железных пластин. Кстати, я там оставил, по-моему, сет военный, ну и лесом. Все равно я взял то, что мне примерно пригодится. Все остальное боком. Немного железа, также гвоздей. Кстати, гвоздей был, по-моему, стак. Я потратил на железные топоры. Мы взяли с вами, друзья, целый стак дуба, немножко колес. Ну, одно, по крайней мере. Немножко дуба, один колес. Вот. И взял самое главное, друзья, у меня. Это, конечно же, это уголь. Он на первом месте. Он уходит и в поселении, и уходит в доме. Дома. На основной локации, короче, вот так вот скажу. Вот. То есть 300 угля, это, конечно, маловато. Не скажу, что много, но все равно. Пускай хотя бы что-то, чем вообще ничего. Для разборки, друзья, мы набрали с вами... Так, куда ты поехал-то? А, ресурсов. У нас получается все по стаку, кроме батареек. Батареек, друзья, не буду врать. Батареек у меня много. У меня как медь заканчивается, я начинаю разбирать. Ну и плюс генератор, который у нас провалился под пол. Не знаю, как это работает. Генераторов у меня, друзья, больше нету. То есть у меня генераторы все теперь уходят. Все полностью. Я все полностью разбираю. Теперь я это все барахло не держу. Потому что это мне не надо. Просто не надо. Лучший ресурс пускай в сундуках валяется, чем это барахло по всей территории. Так хотя бы я могу ими пользоваться на других локациях. Особенно
На фабрике, там в подвал спускаешься, надо генератор поставить, а ты его не можешь, потому что у тебя дома просто его навалом. Ну что, друзья, на этом я с вами буду прощаться. Если вам понравился этот ролик, поддержите его лайком, подпиской на канал. Все ссылочки вы найдете в описании. Желаю всем чистого неба над головой, приятного просмотра и всем пока-пока.